Добрый день. Возвращаемся в матч Филиппова и Мороза. 15-0 на подаче белорусского спортсмена. Пробивал через коридор. Правильное решение, но ошибся. Но ошибся в сетку. По 15. Напоминаем, что счет 3-5 в пользу Филиппова во втором сете. Не проходит у Мороза первая подача. Грубая ошибка. Вот где-то 1.5 метра. Вторая безупречная. Мажет Мороз, выполняя удар. И 15-30 на подаче. 15-30 на подаче. Женя четко пробивает обратным кроссом. 15-40. Двойной матчбол у Филиппова. Спасая подача неплохая у Мороза, но он не идет вперед. Женя перекладывал по прямой. В общем-то, оправданное такое действие, но не попал. Где-то 0.5 метра по ширине. Значит, матчбол у Филиппова остается, но на подаче Мороз. Первый вкручивает, не попадает Женя. Ровно на подаче Мороза. Он подает на то, чтобы остаться в матче. Безупречная подача Мороза. А вот дальше хороший мяч. И ошибка Мороза. Да, чувствуется, что физическая кондиция спортсмена далеко от идеала. Такой мяч он должен, обязан просто класть по месту без таких ошибок. Очередной матчбол Филиппова. Не проходит первый мяч у Мороза. Двойной ошибкой заканчивается матч со счетом 6-4, 6, по-моему, 3. Победу во втором матче одерживает Евгений Филиппов, Россия. А на корте номер 4. На корте номер 4. В матче первого клуба женского одиночного разряда на корт вышла Ксения Алешина, Россия. Она выступает против белорусской спортсменки по фамилии Тихонко. Это будет интересный матч. Мы посмотрим, как там будут развиваться события. Специально сейчас пойдем и продолжим трансляцию с того места.